сегодня ожидаю только победы. Ну, думаю, что Гомель выиграет со счетом 2-0. Кто станет автором гола? Ну, забьет, думаю, Дмитрий Комаровский за Вен-Бадая. С приходом нового тренера есть надежды. Начали играть, показывать хорошую игру, бороться. Конкретно в этом матче хотелось бы, чтобы показали, конечно, хорошую игру, боевую. Ну, конечно же, чтобы не было травм. Надеемся на победу. Ну и лично мое мнение, 22-1 будет в нашу пользу, разумеется. Забьет Комаровский. Ну и, скорее всего, Матвиенко, если его выпустят. Если нет, тогда Близнюк. Ну, конечно, мне кажется, под руководством Гольмака будет тактика улучшится, Гомеля будет контроль мяча и, конечно, наверное, все-таки больше поворотом и результативность тоже станет намного лучше, чем в игре с Меркуловым. Мне кажется, будет 2-1, забьет Матвиенко и Янченко. We'll be right back.